Ну и что? И самое доброе утро. И сегодня у нас 16 ноября. И приехала я, еду домой от Алочки. До дома я еще остановлюсь, на пляжике позагораю. И вот я остановилась и думаю, вот они настоящие, либо не настоящие. И вообще, что это такое? Это что, грибы? Это что, грибы? Нереально. Да, настоящие грибы. Если честно, мне не очень хочется трогать их. Надо палочку какую-то взять. Мне не очень хочется трогать их руками. Но это трындец, конечно. Это. А что же это за... Слушайте, так это маслята. Так это реально маслята. Обалдеть. Вот это да. Американцы вообще не собирают грибы. Не знаю, может быть, где-то в какой-то части США, может быть, и есть грибные места, и, может быть, собирают, но я не думаю, что американцы. Американцы, они не собирают свои собственные, урожай своих собственных апельсин и мандарин. Посмотрите, он какой-то весь. Какой-то он весь коричневый. А если его поломать? Я попробую сейчас его разломать и посмотрим, что там внутри этого. Вот это грибочки. Гляньте, какой красивый. Ну, он какой-то синий. Это для тёщи. Грибок для тёщи. Помните, анекдот был? Она говорит, приходи, там, давай встречаться. Она говорит, да не могу тёщу хоронить надо. А что случилось? Не помнишь. А что случилось? Кто дальше подскажет, что случилось? Он говорит, да умерла там от чего-то. Он говорит, а почему? Говорит, грибочков поела и умерла. А что же такая синяя? Да потому что грибы есть не хотела. Это надо такие грибы. Обалдеть. Вот это да. Ну такой синенький я не хочу. Видите, как он похож действительно на реальный гриб. Кто хочет, кому супчик сварить? Ну реально просто наш этот. Он соплевенький. У нас они соплевенькие эти маслята. Этот не соплевенький. Вот он такой сразу синеет почему-то. А тут чернеет. Вот так вот.